Занятие началось с финской польки. Участники проекта «Активное долголетие» с удовольствием осваивали движение ритмичного национального танца. Движение очень простое. Вот так мы делаем ножкой. Раз, вот так два, вот так три, четыре. И меняемся. И так же в другую сторону. Творческим вдохновителем мастер-класса выступила предприниматель Ольга Романова. Такие мероприятия она проводит на постоянной основе не только для людей старшего поколения, но также и детей. Это такая интерактивная история, когда мы погружаем взрослых в страну, мы рассказываем им об обычаях страны, об особенностях, вовлекаем в музыкальное сопровождение этой страны, соответственно, танцуем, занимаемся, делаем поделку на тему страны. Тема мастер-класса была выбрана не случайно. Приближаются новогодние праздники, а эта северная страна всегда ассоциируется со снегом, оленями и финским Дедом Морозом. Очень мне все нравится. Я вообще люблю такие мероприятия. В общем, всегда это поднимает настроение. И тем более перед Новым годом. В познавательной части гостям рассказали о культуре и традициях финского народа. Далее приступили к изготовлению рождественской игрушки. Сюрприз оказался совершенно сказочным, финским, считайте. И само место, куда мы пришли, оно тоже немножко сказочное и немножко финское. Поэтому мы пришли, потанцевали, то есть, естественно, подняли еще настроение. То есть сейчас мы сидим, трудимся, и в каждом дому будет этот самый финский Санта-Клаус. Анна Юргашева была в Финляндии несколько раз. Больше всего ее поразила удивительная природа этой страны. Очень много вдоль дороги валуны стоят. Вы знаете, вот таких больших размеров я не видела камней. И вот по легенде, или это правда, может, наверное, было, да, что во время ледникового периода вот эти камни, они как бы вот катились, они прикатились вот именно в Финляндию. И они там до сих пор стоят. Мероприятие продолжилось чаепитием под финскую национальную музыку. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.